Готовитесь продать свой айфончик? Я вам подскажу, как правильно упаковать ваши наушнички, сделать комплект, подготовить его к продаже. С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Поняли, какая у нас рубрика? Я сейчас вам прекрасно продемонстрирую, как обратно вернуть ваши наушнички AirPods, проводные, которые у нас с выходом Lightning, неважно, или же с выходом на 3.5, как это было еще на iPhone 7. Я вам сейчас покажу, как все-таки обратно вернуть в упаковку, в вид, в котором примерно это все было, а возможно даже в идеале, как, конечно же, получится сделать вашими руками. Я вам сейчас покажу, как все-таки упаковать наши AirPods наушнички. У нас есть два уха, и каждая из них будет входить в свое отверстие. Берем вот нашу упаковочку, нам нужно продеть вот здесь аккуратненько, вот видите, вот здесь такие вот щипчики получаются бумажные, вот в них надо просунуть. Вот мы сейчас отодвинем вот эту часть, просовываем наушник так, чтобы он прошел до конца. Вот сюда выставляем нашу головку, она будет вот так вот здесь выглядеть, то есть здесь будет торчать только вот еще наружная часть вот этого динамика. Здесь проделываем то же самое. Вот так вот это выглядит. Теперь берем вот эти два шнурка, протягиваем сюда вот распакованные наши крылышки вот эти. И ненавязчиво мы по часовой стрелке прокручиваем вот этот, чтобы было по центру у нас, в эти все ушки. И будем придавать ему вид тот, который был изначально. Можем постараться вот здесь просунуть Lightning по центру. У вас может получиться снизу, это не страшно. Вот. И так само в эти петельки мы его просунем. И он у нас будет крепиться здесь снизу. Вот что мы накрутили, просунули. Здесь все у нас замечательно. Теперь нам нужно загнуть вот эти крылышки, о которых я говорил. То есть мы их прогибаем. Вот этот вот наша роль будет защелки выполняться. Настолько, насколько, конечно, сохранилась ваша этикеточка. И здесь точно то же самое, только с правой частью будем проводить. Вот. Точно так же. Теперь мы просто загибаем наши наушнички. Точно так же здесь ищем птичку эту. И вот здесь ее точно так же просовываем. И все. И у нас вот примерно получилось кое-как своими руками собрать обратно наши наушнички, чтобы подготовить наше устройство к продаже. Берем наши наушнички, аккуратненько их туда слаживаем. Накрываем сверху нашу документацию и закрываем это все крышечкой. И наш iPhone готов к продаже. Вот и все, дорогие друзья. Поэтому что с вас нужно, чтобы поддержать меня, это, конечно же, подписаться на канал, поставить лайк, поделиться этим видео с вашими друзьями, знакомыми, чтобы они тоже знали, как правильно подготовить айфончик к продаже. Живите в счастье, в здоровье. Всем удачи. Пока.